Cool. Так, давайте, наверное, приступать. Видосик что-то затянулся. Итак, едем. Так, музыка пошла. Так, тут смотрим, что у нас по трансляции. Все по нулям пока что. Так, погнали. Зачем мне уши, непонятно, на голове? Хотел начать с такой не очень веселой нотки. Заказал я вот такие вот диски. Тут еще должны быть куча шурупов хромированных. Но, к сожалению, они не подходят. Потому как, видите, я не могу их стянуть вместе. Колесо не дает, это сама резина не дает как бы сжать в кучу. Я не понимаю, в чем прикол. Ну, короче, не подходит, и по идее придется мне менять их в Китай у инжоры. Это будет долго. Я не знаю, раньше у меня, я просто брал и сжимал диск, и все. А сейчас я тупо его не могу сжать. Обида, короче. Плюс-минус этого диска я не могу вставить сюда латунный утяжелитель. Оп, он просто сюда не встает. Во-первых, не выкручивается эта сердцевинка. И во-вторых, вот эти штучки. Короче, эти утяжелители только на колесных бедлоках получается. Выглядело почти так, как я хотел, но, к сожалению, не подходит. Дорогая резина фирменная. Proline Hyrex. Но, увы. Так что будем менять. Так. Возвращаемся к теме. Вот еще раз посмотрим на них. Для памяти. Скорее всего, их буду менять. Или менять, или... Скорее всего, менять, потому как я не могу утяжелитель поставить, значит, мне не подходит. Так, что у нас сегодня по плану? Так я не успел дорисовать вот это то, что я вчера накосячил, зарисовать. Поэтому будем, цепляем дворники. Подумал, ладно, цепляем. И займемся шаськой.
будем менять поломанные детали, части, и будем в конце пробовать установить хоть как-то, попытаться установить или понять, как это должно стоять этот корпус. Корпус я хотел бы еще обработать нормально, убрать эту шагрень, шлифануть под краном, ну не знаю, посмотрим. Ну и заказал ржавчину нормальную. Протирать будем пробовать, но все-таки еще ржавчину заказал, чтобы подобавлять в тех местах, где растворителем протереть не поможет. Так, давайте приступим, наверное, к нашим дворникам, которые я не наблюдаю. Вроде вчера, помню, их в руках держал. Показывал вам. Да, вот, нашлись. Так. Начнем, наверное, с заднего, там проще всего. Сегодня постарался пораньше, но по работе понял, что это нереально. Поставил трансляцию на 10. Не, сначала поставил на 11. Потом на 10. Меня что смущает, мне такое чистое заднее стекло. Капец. Тут явно что-то надо добавить. Ну ладно. Так, главное, чтобы клей нормально. Чуть мне настрет какой-то бардак. Да ладно. Вечная спешка равно бардак. Так, попробуем расковырять. Да, неудобно, конечно, голову так поворачивать себя назад. Ну, что поделать. Да, чувствую, тут без спичек не обойтись. Но за спичками идти вообще не вариант. Нет, нормально, все работает. Так, если я сейчас это заклею, то есть я не смогу теоретически проворачивать. А это хотелось бы сделать, но выбора нет. Запаять с другой стороны как вариант. Но этим сейчас заниматься не буду. Сначала заклею, а потом еще оторву. Так. Короче, обидно с дисками получилось. Потому как я уже должен был аксиал уже на колеса ставить. И забрать для этой машины колеса. Так получается, я сниму колеса и остаюсь без дисков. То есть даже шасть аксиала будет стоять просто мертвым грузом. А корпус уже пришел. Короче, западло. Так, там приклеили. Смотрим, что у нас здесь. Хитро так состоит из двух частей. Дворник. Какие-то маленькие части. И два дворника. Как-то так. Что куда, непонятно. Это реально непонятно. Да, там так все ненадежно смотрится. Чувствую, эти дворники будут не понял. Если здесь, значит сюда, в эту сторону.
Как-то так. Разобрался. Даже. Да, конечно, тут точно надо наклей и много клея. Иначе это все потеряется очень быстро при первой же грязюке. Посмотрим. Добавим здесь по капельке. Посмотрим, что изнутри. Да, давайте изнутри просто проклеим, чтобы не свинячить сверху. Все, засохло. Засохло. Скажите, музыку слышно нормально? Вообще со звуком как дела? Да, все, забилось, все. Так, погнали. Так, есть что дело. Все, клей прятаем и приступаем к шасси. Корпус пока все ставим в сторону. Это дело немного просохло. Так, не знаю, куда в сторонку-то закинуть. Ладно, может тут не очень мешаться будет. Но это не точно. Так, смотрим. В первую очередь нам надо смазать переднюю ось. Вот она есть. Вторая готовая уже. Раз и два. Так, все достали. Все красиво. Эту инструкцию можно убрать в сторонку. Срач, конечно, еще тот. Так. Так, вот есть задняя ось. Я уже говорил, я ее уже смазал. Единственный вопрос насчет этих отверстий. Зачем они здесь нужны? Я их, скорее всего, закручу, просто у них какие-то короткие шурупы. В грязюку сюда будет попадать 100%. Это вообще не вариант. Смазал я достаточно хорошо, я сейчас покажу на переднем мосту. Но все-таки рык какой-то там еще присутствует. Не супер идеально. Но посмотрим. Так. Это у нас готово. Приступаем к второму мосту. Вообще он сухой, я сейчас покажу, что там внутри. Удивитесь. Есть люди просто, которые покупают мосты или там новую шаську какую-то и не смазывают ее. Я думаю, что за редким исключением есть производители, которые нормально туда Привет, Вячеслав.
Тут по-дурацкому оно прикручено. Должно быть, просто так прикрутили как-нибудь, скорее всего, для транспортировки. Сейчас мы это все разберем. Покажу, как нужно стоять. Вот наш гвоздь программы сегодня. Вот. То есть мы это все переставим, так как нам надо. Видно, что чуть-чуть не так, господа китайцы. Это все сообразили дело. Плюс очень короткая вот эта линка. Я не знаю, как это должно быть. Ну, что-то будем пробовать. И, скорее всего, поставим сервопривод. Отсюда уберем и перекинем его на саму ось. Там есть для этого крепление. Так, мне надо чуть-чуть камеру поднять, потому опять в воздухе все держу. Так, начинаем КВН. Пока мы это в сторону, будем сначала изначально смазывать, а там дальше будет видно. Будем что выдумывать. Hello, guys, hello. Макси. Thank you so much. This is project for my son. А, кстати, я покажу, почему я это все меняю. Вот. Тут не знаю, будет видно, не будет. Ну, короче, вот это отломалось вот здесь, в этом месте. Плюс вот здесь вот карданы поотлетали. Причем задний кардан я менял. Вот это новый часть. Это старый. Он отлетел. Сначала это отлетело. Поменял. Потом это отлетело. Так что будем заменять на нормальный. Вот. Нормальный металл. Плюс-минус. Насколько он нормальный, я не могу судить. Так прям на 100%. Но явно лучше, чем этот дешманский. Итак, погнали. Кстати, да, я только сейчас заметил, что эта линка короткая. Ну, может, на что-то рассчитано. Интересная, кстати, она. Но и не раскручивается. Ну ладно. Сейчас будем что-то мудрить. Ядрить, мудрить. Так. Меняем инструмент. Нам нужна двушечка. Погнали. Сначала поснимаем это все добро, чтобы удобнее было смазывать. Дальше будем разбираться. Тут не в ту сторону чуть-чуть. Так, будем прямо так складывать аккуратненько. Так, здесь, наверное, все-таки останется. Нет. Нифига подобного. Тоже откручиваем. Откручиваем и прикрутим так, как нам надо. Теперь это освободили. Теперь нам надо добраться внутрь сюда. Полторашку берем.
Так. Вячеслав, скажи, что по звуку. Музыка не слишком тихо или не слишком громко? Меня должно быть слышно хорошо. Вот насчет музыки непонятно. На прошлых видео вроде было слишком тихо, я подкрутил, но не уверен. Итак, вот, смотрим, что внутри. Видно? Да. Все супер сухо. Вот только здесь какая-то есть часть смазки. Ну, это такое, смазкой назвать тяжело. Так, берем нашу зубную пасту. Оп. Такой размер взрослый. И начинаем промазывать. Но все пойдет в сторону, конечно, но очень сильно прям так уж много ставить смысла нет, оно все равно собьется в кучу. Вы проедетесь, она у вас вся будет вот здесь, ну короче не там точно. Но добавить ее надо 100%. Тем более я планирую по болоту такие по грязюке гонять. По откровенной грязюке. Добавим еще немножко. И пойдет. Так уже немного лучше. Так, секунду, я сейчас пойду за... Наверное, дотянусь и так. У меня здесь герметик где-то должен лежать. Секундочку. Так, я здесь дотянулся. Вот наш герметик. Желательно загерметить вот эту вот площадку. Hello. Hello, user one. Так. Промазываем аккуратно по периметру. Да, здесь с краю подсох немного. Даже не немного. Таки нормально подсох. Но герметик нам нужен. 100%. Потому как любая грязь, которая сюда попадет, сокращает жизнь этой шасики, вернее оси, на так прилично. Так, мне нужна зубочистка. К счастью, она у меня здесь есть под рукой. Вот так даже будет удобней зубочисткой это все набирать.
Берем вот так это промазываем. Лишнее мы удалим. Главное промазать, чтобы внутрь оси не попадала никакая гадость. Так, старое удалим. Возьмем еще одну зубочистку. Тут все металлом тяжело назвать. Тут всякая гадость, которая ломается. Сплавы какие-то. Ну, точно не какой-то там супер крутой металл. Китай. Все подешевле. Хотя мосты стоят нормальных денег. Ну, прям достойно. Не помню. 50 баксов. Передний и задний мост. Не помню точно, но не дешево, скажем так. Но вариантов особо нету. Поломался, и надо менять. И опять ставить такой же самый пластик я не хотел. Это еще... Все это не проблема. Проблема в том, что надо ждать 2 недели заказа. Минимум 2 недели. 2 недели это еще хорошо. Получается. Но я ждать вообще ненавижу. Мне даже удобнее иногда заплатить дороже там за доставку в пару раз, чем ждать. Не могу ждать. Прям как маленький ребенок. Спать не могу, когда что-то заказал. Так, есть такое дело. Там все смазали. Закрываем аккуратно, чтобы не особо никуда ничего не попало лишнего. Так. Есть такое дело. Так, приступаем. Переключаемся. Короче, инструмент бомба просто. Пушка. Так, наживим пока, не будем притягивать сильно. Комиссию не распределим нормально. Так, тут есть. Вячеслав, что по музыке? Напиши. Музыку слишком громко слышно или тихо? Или нормально? Главное, чтобы она там типа была на фоне, не особо напрягала, и чтобы тихо не было, когда я молчу. Hello, guys. Thank you for your support. I appreciate it. My English so bad, sorry. But I try. Так. 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 Вручную можно так подтянуть легонько. Да, тут уже нет, не стоит подтягивать. Тут можно. Тут главное не переусердствовать. А то это все ломается на раз-два. Так, возьмем салфеточку, бумажечку и протрем лишнее. Так, вот все повылазило лишнее, мы это забираем. Короче, этот герметик в роли уплотнителя, потому что тут такое себе ровный китайский
вернее, китайскую эту ось ровной назвать. Ну, детали все. Сложно. Опять здесь какие-то отверстия. Это шуруп, это нормально. Главное, чтобы дырка не была туда, прям до полуоси. Так, все. Дело в шляпе. Смотрим. Ну, такое. Местами плавно, местами рэпит. Так. Дальше. Дальше. Что дальше? Берем нашу ось и смотрим. Смотрим, как мы должны установить новую. Вот есть здесь два крепления для линков, для тяг. То есть должно быть так. Длинная идет сюда. Кажется, забыл, как она была, на какую дырку. На последнюю была прикручена. Какой стороной тоже я не помню. Вот так вот. Вот отсюда это будет коротко слишком. Скотч нам по-любому надо на ось цеплять. Сервопривод наш. Серву мы сейчас снимем. Так. Сервочку снимаем. Будем ее пробовать. Так. Не то одели. Вот, идеальные болты, кстати. Нержавейка. Ну, короче, дорогие. Их взял пару штук специально на самые ходовые места поставить. Чтобы не мучиться с ними китайскими. Так. Это сюда, все, серво практически свободно. Так, вот еще один нашелся, дорогой. Все, это есть. Так, пока мы сюда вытащим. Да, и пока что это в сторону. Будем думать, как присобачить. Так, дайте микрофон назад. Так, вот у нас здесь есть крепежи. Вот, крепеж под серву. Тут же есть качелька, которую мы ее поставим. Ту мы снимем, на аксиал поставим. Так, это все щурюпчики. Короче, так, как вам видно отсюда будет? Да. Оно должно быть вот так как-то. Раз, есть. Здесь два линка, две тяги. А вот наша серва должна быть как-то либо так. Давайте прям сразу присобачим, чтобы мы понимали, ориентировались плюс-минус. Я полагаю, что шурупики у нас здесь. Здесь, в отличие от корпуса, никаких инструкций не было. Так что будем все методом тыка. Да, у меня есть коробочка под шуруп, вернее, блюдечко. Но
Оно все забито. Так, есть какие-то каратыши. Да, это они по-любому. А что это у меня тут три? Запасной, наверное, один. Вот, вот такими шурупиками будем монтировать площадку под сервопривод. Потом сразу поставим серву, посмотрим, куда она достает. Я видел у друзей корейцев, такие мосты использовались. Так, двушка, двушка. И серва там точно была на переднем мосту. Так, есть. Ух, ухи дотянуло. Короче, я тащусь от этой отвертки, шуруповерта. Был вариант бошевский взять. Я думаю, блин, ну сколько я буду крутить бошевским? Эта отвертка в полтора раза дешевле. Так, кстати, я со вчера так и не нашел мою отверточку, двушку. Куда-то я ее засунул. Возможно, в рюкзаке еще до сих пор. Но нет. Да, есть она. В рюкзаке была. Я когда на покатушке выдвигаюсь, сразу все с собой. Так. И вот отвертка, я уже просрал шуруп. Эх. Так, Вячеслав, читаю. Четыре зрителя. Привет, друзья. Hello. Да, отвертка Xiaomi. Уже в Запорожье едет? А откуда едет мини-краулер? Так, смотрим. Как это все должно быть? И как это было? Бери видео, отматывай назад. Так или вот так? Так, это вытаскивается. Наверное, было вот так как-то. Так, берем коротыш наш. Закидываем его сюда. Как бы лучше так сделать? Снизу закрутить? Ты заказал где-то краулер или что? Да, так оно будет теряться. Шуруп сам теряться будет. Все раскрутится. Как правильно? Сверху вниз. Наверное, так. Это, наверное, ни черта не видно. Так, берем ключик. Отверточку. Да, надо подтягивать. Так. Упс. Пережали. Это не страшно. Еще поправим. Короче, ручками, я так понял, угробить шуруп раз-два. Отвертка тяжелее. Поскольку ты отвертку держишь под одним углом. А когда крутишь, ты вот у тебя вот так вот ходит ось. Ты раздалбываешь шляпку. Так, это есть такое дело. Здесь идет сюда.
и вот это. Что да как, не понять. Скорее всего так. Все сейчас методом тыка все проверим. И по-любому мы сделаем так, как надо. Не с первого раза, значит, со второго. Так. Инструмент, инструмент. Опять перетянул, что ли? Да. Так. Вот, у нас есть что-то. И мне это не нравится. Или нравится. В теории, если ровно поставить, в теории у нас где-то здесь вот должна быть как раз наша серва. Сейчас мы это и проверим. Это открутим. Так, это мы на аксиал поставим. Серва, кстати, на 35 килограмм. Мощная. Так, это открутили. Это открутим сейчас. Так. Сняли. Главное, тут 25Т, на аксиале, по идее, тоже 25Т. Так, только тут непонятно. Это еще может не подойти. Точно. Я мерил на аксиал вот эту красную. Она вроде не подходила. Да. Нифига не подходит. Не совпадает количество, короче, зубьев. Вот я только откручивал. Ну что, сейчас мы это все настроим, я покажу как. С помощью вот этой штучки. Такая китайская приблудка. Расклеивается, правда. Так. Смотрим. Если она будет стоять вот так вот. В теории. Блин, получается она длинная. Очень. И вниз, ниже ее ты не согнешь. Или согнешь. Вот так вот аж. Хм, прикольно. А выше у меня только есть это отверстие, но оно короткое. Ниже только это. И плюс оно еще длинное, слишком оно будет под поворот и упирается. А это не совсем хорошо. Окей, а так я не могу подкрутить. Только сверху серва должна быть. Так. Но качелька снизу это тоже глупость. Это ты будешь упираться качелькой. Так. Думай, Федя, думай.
Шаликов, Мариуполь. Сколько идет? Ты там писал? 2 месяца? Япона, мать, 2 месяца. 2 месяца я бы не знаю, что бы уже сделать за 2 месяца. Я бы уже в Китай поехал, наверное. 2 месяца. Ух. У меня первая тачка Катана 18 масштаба приехала за, скажу, короче, до 2 недель. Что-то меня смущает длина вот этой приблуды. Как называется? Рычаг этот. Окей, если бы стояла это, понятно. Это покороче. И это не цепляет. А, пардон, мадам. Как она будет цеплять, если она будет ходить вместе с этим? Короче, крутим, там будет видно. То, что такое рассказываю, будет цепляться непонятно за что. Так, вот это для сервы, по идее, да? Я очень надеюсь. Так, хватит этой длины, скорее всего, да. Хоть что-то видно? Какие-то черные семечки перебираю, а толком ничего не должно быть. По идее, не видно. Так, раз, два. Три, четыре. Да, Саликов в Мариуполе за 2 месяца это жесть. Вот потому есть определенные, короче, продавцы, вот такие как Инжора. Вот у меня пришла заказ. Заказ пришел сегодня утром, жена забрала. Очень быстро. С Штатов у меня, короче, корпус от Toyota, который я заказал, он шел 30 дней. При том, что на Украине он уже торчал на таможне. Скажу сколько. Ну, дней 6, короче. То есть это с Штатов приехало за меньшее количество, чем тебе с Китая. Ну, смотря какие там продавцы есть. Продавцы есть такие, что они могут. Ты сделал заказ, они тебе отправят там через 2 недели. Разные есть. Я сегодня заказал мотор БК, вот под эту машину, под инжорину. Так, чувак сразу сказал, что завтра отправит. В идеале, конечно, сегодня было, но и завтра, ладно, тоже неплохо. А были заказы, что я там, блин, прямо аж чуть жалобу не писал. Но это попало как раз на их праздники, так что такое. Тут я уже более хотел. Там все практически продавцы писали, что с такого по такое они не будут отправлять. Так, есть. Есть, на попе 6. 3 зрителя. Да, китайского магазина. Эбол. На Алике название. Матюк, я понял. Оп-оп. Ну, если там брал, значит, там была цена сладкая. Да ёлы-палы. Тут такое, два варианта. Или цена сладкая и ждешь долго. Или переплачиваешь и все быстро приходит. Ну, тоже не факт. Да, наконец, с третьего раза попал. Вроде как нормально. Так, это, кстати, первая ось, с которой я сталкиваюсь, что серво будет именно на оси. Это как бы типа плюс. Плюс в том, что лучший поворот.
Должен быть. Опять же, это все, насколько я знаю. Как вы помните, я не супер профессионал в этом далеко. Так что это все теоретически. Так. Это есть. Вот сюда бы еще засандалить вот это. Было бы супер. И посмотреть, как оно будет работать. Будет ли работать вообще. Так, я надел, ну, так чисто символически, скажем. Чтобы просто протестить. Так, это сюда. Сюда. Что-то туговатенько. Так, я снять смогу сейчас при таких раскладах. Да, снялась. Сейчас мы ее выровняем при помощи этого инструмента. Короче, 3 рубля, ну, грубо говоря. Но ух, как спонсает. Так, теперь мне нужна батарейка. Так, у меня здесь в рюкзаке должна быть запасная маленькая. Теории опять. На практике нет уже. Ладно. Сейчас дотянемся. Да, какая-то есть батарейка. Надеюсь, она хоть как-то заряжена. Кстати, вот пакеты, в которых надо сохранять батарейки. Это может быть беда. Да, я хотел, кстати, глянуть. Вчера ты мне написал название, я хотел глянуть, так и забыл. Так, output. Output, выход, input, значит, черный. Вот так вот. Так, это в конце. Серого. Сюда. Ты сюда. Так, смотрим, что у нас. Короче, вот с этой приблудой, вот такая вот схема. Выставляешь. По центру здесь ставишь. И в теории у тебя сервопривод находится в центральном положении. Так, включи еще переключатели. Ну, короче, вот центр. Все, прям выключаем. И стараемся не сбить, когда будем сейчас прикручивать. Надо ровненько вот так его сюда и засандалить. Там плюс-минус мы поправим, конечно, это такое. Но в идеале, чтобы было ровно все. Я вижу, уже ни черта не ровно. Так. Отмена. Не отмена. Так. Так вроде как лучше. Но именно в этом положении не хочется встать. Блин. Так плохо и так плохо. Так, вроде норм. Сейчас подтянем.
Сейчас здесь бы еще в идеале закрутить один. Сейчас надо найти пока покороче что-то. Так. Что у нас есть? Стоп, у нас прямо здесь есть инжорина. Это мы и будем использовать шурупчик. Да, Вячеслав, с Штатов доставка платная. Очень платная, я бы сказал. Достойно платная доставка. Но, смотря откуда, есть доставка вообще шикарная. А есть доставка, которая просто без трусов оставит. Так, это откуда у нас, господин? Короче, есть такой магазин Amine Hobby. Правда, они работают с Укрпоштой, а Укрпошта будет сдирать мытницу. Растаможку будешь платить. Ну, короче, там дешевле доставка. Но растаможка есть. Вот Салика, например, практически никогда нет растаможки. Так, вот, грубо говоря, наша штука вот такая вот получилась. Сейчас мы это все протестим, конечно же. Так. Вот и пришло время. Получается, все собрали. Только здесь вариант, надо было бы что-то на Loctite поставить. Чтобы потом среди поля не плакать, что шурупы. Да, здесь, короче, все ни хрена не прикручено. Сейчас мы это все сделаем так, как должно быть. Потому что это все открутится раз-два. Благо есть инструмент, все будет недолго. Да, здесь все на соплях прям. Упс. Не страшно. Лучше так, чем потерять. Да, здесь все ни черта не прокручено. Здесь так все просто собрали. С учетом, что это ты все разберешь. Каждый шурупчик. И перекрутишь. Так тебе надо. Так. Нормально, значит, то есть все говорят. Отзывы, да, кстати, тоже надо читать. Что в нижнем положении оно клинит. А, оно цепляет. Я понял. Блин, качельку надо менять.
Будет. Вот здесь цепляет. Как видно было. Вот в этом положении его цепляет. Эх, лажа. Лажа Петровна. Как быть? Неохота, чтобы стопорилось здесь. Оно с каждым разом хуже становится. Ладно, все выкручиваем, что будем думать. Вячеслав, ты так и не ответил. Что там с музыкой? Как слышно? Или я просто не прочитал? А музыка вообще не играет. Я понял. Сейчас мы поправим этот момент. Все, играет. Так, это мы перекрутили. Вот это. Следующее. Да, руками, конечно, я бы это крутил и крутил. Так, есть такое дело. Это капельку. Ну так кажется, что не открутится, не открутится, да. Я так тоже думал когда-то. Откручивается аж бегом. Ну, кстати, я сейчас покажу, как там на колесах подкручивались бедлоки. Минус один шуруп. Так. Что-то пошло не так. Дотянулось. Видно, что там дело видно. Не, ну я не настолько продвинутый, чтобы еще развал выставлять. Все на глаз. Все на глаз. Вот я собрал аксиал, короче, у меня колеса в кучу идут. Вот так вот передние, прямо так жестко. Там надо было чуть-чуть перетянул шуруп. Так, все. Сверху мы все прокрутили. Да, еще надо снизу такую же манипуляцию сделать. Ладно. Острый.
Вообще пальцем хоть откручивай. Как бы не прокрутил, я бы далеко не уехал. 100%. Ты просто легонько пальцем трогаешь и все. Конечно, есть смысл. Базарные. Ну, чем, короче, чем дороже, тем лучше. Потому что это все на один раз китайское. Посмотри, короче, посмотри мой стрим. Я там еще не успел обрезать. Как я собираю аксиаловскую шасси. Ты офигеешь, я там 4 шурупа 2,5 часа крутил. И там даже есть две части стрима, в которых я застрял вот просто из-за сломанной шляпки. Я ее просто ушатал. В последнем этом какой-то стриме я, короче, вытачивал его, высверливал шуруп. А на аксиале там, короче, пластик какой-то дебильный. Опять дыры. Прям... А, короче, как так же, как и там. Так, это что такое у нас? Двушка? Да. Короче, пластик дебильный, надо было прокручивать сначала, прорезать сам себе резьбу, прорезая шурупом. Бляха, как оно так... Работает странно, ну ладно. Зато дотягивать не надо 100%. Ну. Все, ушатал. Да, шурупа хорошая, это на вес золота. Вот этот шуруп один стоит, я не знаю, то ли... Ну, короче, дорого. Это матово, что это нержавейка. Это еще нержавейка не наша. Он не просто нержавейка, он просто неубиваемый. Я заплатил, что за пару пачечек, что 600 гривен. Надеюсь, моя жена это не слышит. Не смотрит. Ну, такое, знаешь, тут можно не заплатить. Потом, как я 2,5 часа проиграться, пронервничаться, промучиться, потом рука будет болеть 3 дня. Или заплатить за нормальный шуруп и с кайфом откручивать. Видишь, я много и так не взял. Я взял только на те места, которые я чаще всего буду использовать. У меня Defender, короче, корпус к шаське на 4 шурупах. Вот я там такие поставил. Пока мест нормально. Сколько раз выкручиваю, скручиваю, чтобы снять. Без проблем. Ну вот то, что я сейчас делаю, это обязательно делать. Я сверху так сделал, думал снизу, ладно, типа забить. А потом прострел, а там вообще пальцами откручивается. Единственный минус в этой отвертке, что я вот под конец даю типа джаз, ну, прокручиваю, ее же вырывает. Так, все, передний мост хорошо с ним, все. Единственный вопрос вот здесь цепляет... Это подруга. Об это яблоко. Из-за того, что здесь утолщение есть. На самой качельке. Да там прям все. Да, обязательно на локтайт. А там, где ты планируешь откручивать-закручивать, там вот капельку ставишь, вот немного. Короче, в идеале поменять шуруп, и тогда можно локтайт ставить. Хотя бы чутка. А то будет проблемно.
Вот что делать с этой качелькой, а? Надо ее менять 100%. Есть пластиковое говно. Ух, как же быть, как же быть, как же быть. Надо заказать нормальных. Ну что, выхода нет, придется с пластиковое говнецо ставить. Или это еще раз попробуем. Попробуем таки ее засандалить. Да и хрен с ней. Ладно, откручиваем, там будет видно. Нормально слышно, не громко. Музыку, да? Это ж у меня такая задержка идет? Прикольно, прикольно. Я понял, я задаю вопрос, но он не сразу. Ничего. Если слышно нормально, значит хорошо. У меня все было настроено до поры до времени. Потом я раз захожу и бах, у меня нифига не настроено по звуку. Я не знаю, что как-то сбились настройки, короче. Так, как бы это мне сюда собачить? Просто засадить и зажать. Да, засада. Прикольно. Получилось. Так, есть. Вышло. Такой вопрос, я это ровно поставил или нет? Бляха-муха. Опять инструмент использовать. Так, out. Out. Input. Вот так вроде ровно. Понятно, надо снимать. С помощью инструментов. Плоской отвертки. Так. Так, проверка связи. Так, это наш центр. Сразу вкрутим это сюда. Немного хотя бы. Чтобы примерно понимать, насколько ровно надо это установить. Так, отвертки в сторону. Бардак. Локтайт не прячу, потому как задний мост надо еще перекрутить весь. Вот, вроде идеально. Практически идеально. Так, пробуем. Ну, чтобы не мучиться, надо просто это вкрутить, и оно станет нормально.
прижмет. Так. Дотягивает лучше отвертка все-таки, наверное. Так, отлично. А, вот откуда этот шурупчик, я как раз думал. Откуда он был? Вон от этой качельки. Так, полторашечка. Тут вручную покрутим. Вспомним, как это было. Так. Так, а мы еще это не отключили, ну ладно, проверим, как работает. Так, затянули, проверяем. Что было? Ага, надо дотянуть еще здесь. Так, есть. Смотрим. Вот выворот. Справа есть вопросы. Так, это в сторонку. Смотрим, так он видно. Так, ровно ставим. Справа. Здесь он упирается. Неизвестно, сколько вот влево, выворот отличный. Короче, работает, я думаю, четко. Плюс оно тут немного упирается. Короче, надо шуруп с другой шляпкой немного использовать, но... Или изнутри закрутить. Это тоже не вариант. Лучше так, просто шляпка, чтобы была плоская. Не цепляет, но все же. Миллиметражи, скажем так. Ну, вроде нормально. Ладно, погнали дальше. Не будем играться. Так. Да не, можно вариантов вообще наделать много, тут не проблема. Но ты там дальше увидишь, там просто опоздание идет. Опоздание идет из-за того, что титры там не будут работать. Потому я не мог поставить прям задержку очень маленькую. Там есть задержка. В видео есть задержка. Я уже установил, все четко. Так, дальше. Берем задний мост и проделаем ту же самую инструкцию. Операции быстренько. Открутили, закрутили полностью все. Тут есть 4 внизу. Так. И 5 вверху. Берем сразу заготовочку себе лактайта. Погнали. Этот был неплохо вкручен. Тоже увлекаться не будем, так слегонца. То придется раскручивать, буду мучиться. Есть.
Главное, чтобы аккум еще не сел, вот в чем дело. Я не знаю, сколько он держит. Поскольку новое все. То, что это быстро, это 100%. Потому что пыщ-пыщ и готово. Оп, отверточка. Бедненькая. Так, сверху есть, снизу не помню. Вроде не крутил снизу. Память моя, память меня девичья не крутил. Так, еще немного. Не так пошло. Туговато. Ну ладно. Главное, закрутилось. Сейчас, секундочку, я в фейсбучек ссылочку закину. Может, тут кто-то зайдет. Всем привет, друзья. Hello, everyone. Так. Ссылочка, ссылочка. Что, у меня картинка одна и та же или что? Или я уже закидывал? Так. Несколько групп закинем. Так, есть такое дело. Секунды, 2 секунды. Так. Так, все. Сюда закинули. Продолжаем. Музыка играет, это хорошо. Едем дальше.
Так, здесь мы все перекрутили. Это супер. Дальше, дальше, дальше. Локтайт нам пока мест не понадобится. Там уже идет все в пластик. В пластик локтайт не нужен. Так, здесь закрываем. Здесь закрываем. Ставим пока мест сторонку. На всякий пожарный. Дальше. Поехали, господа. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот у нас идут эти. Эти штуки-дрюки. Штуки-дрюки, карданы. Один открыли. Посмотрели, что он из себя представляет. Так. Смотрим. Толстый, надежный металл. Надеюсь на это. Металл точно надежный. Насчет этих соединений. Все заклепано. Присутствуют какие-то следы масла внутри. Это неплохо. Можно, кстати, еще набить туда. Да, наверное, мы так и сделаем. Масла много не бывает. Кашу маслом не испортишь. Правда, вытекать может, но такое. Мы немного, мы так чисто символически обмажем. Лишнее салфеткой уберем. Так, музычка играет, это хорошо. Музычка, это всегда хорошо. Жаль, я не могу ее слушать. Так. Все. По водичке можно этим карданчиком проезжать. Главное, чтобы размеры подошли, чтобы оно встало как мои буты. Зубную пасту в сторону. Так. Ну что могу сказать? Надо брать шаську. Пробовать. Снимать с нее все лишнее. Так, начнем с какой оси, передней или задней? Давайте задней, там проще. Задняя ось. Поехали. Так, здесь есть. Так, берем ключик. Держим и поехали. Ого-го-го-го. Наверное, здесь уже крутил и локтайта дал. Ладно. Проверяем. Да. Здесь я уже был. О.
Свилоктайта 100%. Бляха-муха. Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Да, вот сейчас, короче, будут цирки, я чувствую. Сейчас мы не сможем открутить этот шурупик. Да, вот так вот и стрим затягивается на 2 часа. Там все бегом, бегом, бегом прокрутил, открутил. А здесь начинается свистопляска. Да, все, приехали. Эх. Все будет КВН. Бляха-муха. То капец. Так, так оно прокручивается, я с ней красен. Благо у меня есть инструмент, блин. Но так неохота сейчас вот доставать. Но по идее мне нету выбора. Бляшка-мушка. Ладно, пошел я за инструментом. Сейчас будет громко, больно. Но зато мы это сделаем 100%. Секундочку, ребята, сейчас я подойду. Я здесь. Я прям этот, как его, фу, вот пригодился мой инструмент. Первый раз сейчас буду включать именно из дома. Вот тебе и китайские шурупы. Так. А инструмент вам не видно. Короче, гравер, сейчас увидите. Надо, наверное, подготовить как-то. Насадку найти. Сотка есть. Так, смотрим дальше. Ключики. Еще что-то. Сейчас мы это будем срезать. Сверло, все дела, короче. Так, пока мы сторонку поставим. Надо посмотреть, как сюда насадку нафигачить. Так, кнопка. Откручиваем. Это понятно. Теперь мне нужна насадка. Срезать шуруп. Так. Диск, короче. Диск, 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 диск. Возможно, раз в этой пачке диски отдельно. Возможно, здесь и насадка сама имеется, но нет. Только ключик.
то неплохо. Так, будем пробовать. Так, здесь надо отверткой открутить. Так. Уже радует хоть не вручную это все срезать. Так, секундочку. Мать написала. Все, продолжаем. Продолжаем продолжать. Шайбочки две. Между них мы поставим наш диск. Вот он кривоватый, надеюсь, сейчас у меня глаза на месте останутся. Так. Раз, два. Три, четыре. Так, что ты пишешь, 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 Вячеслав. Мечта купить класс краулера. Я видел, что подобное какой-то краулер. Он, короче, реально по стенам лазит. Но я сомневаюсь, что он такой дорогой. Это, короче, одна часть. Короче, одно из видео есть. Там RC4WD продает. Не знаю, там есть много таких штук, которые лазят чуть ли не по стенам. Про какую именно ты говоришь, я не в курсе. Но я видел, что что-то типа такого подобного было у RC4WD. Оно явно не стоит так дорого. То, что я видел. Я даже стрел цену вроде. Но я могу ошибаться. Там тоже такое тупо рама и 4 колеса. Мотор там такой милипиздрический, короче, БКшный. Мотор вращается вокруг своей оси. Так. Ключиком воспользуемся немножко. Так, это есть. А как мы будем срезать теперь? Да, чечи, конечно, бы не помешали. Может прорезать вот так вот, под плоскую отвертку сделать. Как вариант, правильно? Правильно. Будем делать так. Так, это мне не надо, это закроем в сторонку. Вот так вот сделаем прорез под плоскую отвертку. Сейчас все будет, ребят. Как быть со звуком, вопрос. Я, наверное, замьючусь, чтобы вам не было слышно этого рева. Потому что они будут минус уши. И как закончу, включу звук. Так будет правильно. Так, я здесь. Что-то я покрутил. Что-то я, вернее, прорезал. Не знаю, сейчас будем проверять, помогло ли это или нет.
Или проще срезать полностью и не играться. Так. Смотрим. Блин, неудобно держать, конечно. Так. Секунду. Плоскогубцы. Так, хорошо. Ладно, я понял. Я, короче, сейчас срежу к сраке. Вообще, фух. Буду я мучиться, когда у меня есть, блин, такой инструмент. Я сейчас опять замучусь, сейчас прибуду. Так.
Так что мне кажется, что там все поплавилось к чертям. Так, раскрошилось. Что-то раскрошило, что-то нет. Так, звук есть, музыка есть. Отлично. Еще бы открутить мне этот шурупик, было бы вообще сказка. Пущика была бы. Так. Или крутись, или ломайся. У тебя два выбора. Два варианта, вернее. Бляха. Это лактайта дал, короче. А, стоп. Мне же этот мост не нужен, правильно? Правильно. То есть, я могу что-то срезать к чертям. Все, решено. Секунду. Вот и все. Не люблю я нервничать. Вот так вот. Хотел бы открутиться, открутился. Нет, так нет. Разговор короткий. Так, плоскогубцы, плоскогубцы. До последнего этот шуруп мне будет мозги делать. Вот что делает лактайт, если его чуть-чуть или не чуть-чуть больше да, чем надо, короче. Потому что ты играешься с шурупами всеми. Так, что у нас там? Так. Да есть такое, да. Но правда здесь у меня уже инструмент есть, знаешь. А тогда это все руками я, блин, пробовал исправить. Это проблема, конечно. Но вся проблема, короче, в этих китайских шурупах. Это 100%. Не было бы, были бы нормальные шурупы, не надо было так мучиться бы. Так, все, шуруп есть. Короче, надо будет убираться. Так, все, это выкручиваем к чертям. Надо будет найти запасной замену этому шурупу. Так, выломать до конца его. Так. Угу. Так, все. Под отвертку не получилось прорезать. Не, прорезал, но неудобно прокрутить.
Так, все, минус, минус, минус. И мост, который, к сожалению, уже не будет пригоден, отправляется в свалку. Ну, я его, конечно, не выкину. Пусть будет, может, какая-то мелочь пригодится. Даже те же самые шурупы здесь можно повыкручивать. Это, к сожалению, отправляется точно уже на помойку. Хотя нет. Гайку я попробую таки скрутить. Вот видно, залито лактайтом все. Поэтому такие проблемы и были. Так, читаем. Ха. Вот такое. Так, пробуем открутить. Да, фигушки. Не пошло. Это радует. Вот, лактайт такой внутри. Так, фокус. Оп. Это на пальце не кровь, это... Ой, типа зеленки, но не зеленка. Так, что за звуки были? Это, короче, инструмент хороший, пригодился. Надо его собрать, чтобы он нам не мешал здесь. Нам еще работать и работать. Так, это я там прям так и не буду откручивать, так прям и положим. Ключик единственное спрячем. Так, отлично. Инструмент пригодился, нравится. Но взял я его для дальнейшего кузова, для следующего. Мы будем прорезать под амортизаторы сзади в багажнике отверстия. Поскольку у нас интересный кузов, пикап такой. Нам придется аккуратно там в корпусе проделать два отверстия. Чтобы красивенько там все стало. Амортизаторы. Да, инструмент хороший. Недорогой. Но очень выручил. Сэкономил мне кучу времени. Так. Это заднюю ось в сторону. Блин, меня бесит этот мусор. Намусорил немного. Сейчас мы это убираем и продолжаем. Болт срезали, это уже хорошо. Поскольку ручками это все сверлить, вытачивать. То есть, то еще все представление. Так, смотрим задняя ось наша. Так. Ухо, здесь широковато получается. В чем прикол? Вот здесь что-то не так. Интересно, смотрим на запчасти, что нам тут может понадобиться. Неужели поспешил я срезать?
Здесь-то мы все прикрутим. Это не вопрос. Вопрос в другом. Ну ладно, мы крутим, и там будет дальше видно. Так, самый длинный. Нам не надо самый длинный, правильно? Нам и такой подойдет. Да. Там хоть что-то видно интересное вам? Надеюсь, что да. Ох, Вячеслав напечатал. Сейчас будем читать. Идеально вообще-то вывести куда-то. На телефон перед носом было. Так. Закручиваем. Ёлы-палы. Инструмент есть, а мучаемся руками. Нехорошо, нехорошо. Ставить. Руками проходит. Блин, коротковат немного, но ничего. Ну так вот, этот гравер. Или, как ты говоришь, дремель. Он стоит 1000 гривен. Брал в эпицентре. Нет, не видел. А может, видел, но не знал, что он так называется. Такс. Ты же елки-палки. Руками надо насадить. Так, есть. И опять есть. Так, хорошо. Это нам не пригодилось. В сторонку. Теперь самое интересное. Что это такое и зачем? Почему здесь так широко? Широко. Да, сейчас буду выкручивать, короче, оттуда тут шуруп, я так понял. Без шайб, без нифига. Ну, ладно. Сейчас я перекручу и покажу результат поближе вам, чтобы было понятней, что да как.
скорее всего, должно быть вот так. Главное сейчас опять не портачить. Да, сюда супер длинный пойдет, насколько я понимаю. Хотя есть. Чё? Чё за бред? А, блин! Как сюда притусовались? Иди отсюда. Прикол. Ну чё, шуруп позволяет. Прям три захерячить сюда. Такс. Так, отлично. Ты сюда. Сюда. Длина, конечно, будет шурупа вырезать. Ну ничего, мы можем его. Мы можем себе позволить его обрезать. У нас есть инструмент. Так, дальше поехали. Давай вот эту. Что-то странно, как-то капец выглядит. Зачем такую широкую делать? Не понять мне. Это ж плохо. Надо шайбы какие-то искать. Эх. Ладно. Скрутим, а там посмотрим. Может, не все так плохо, как я думаю. Может, все просто намного хуже. Так, отмена. Опять отмена. Пробуем. Чуть послабить, то опасно смотрится. Подсогнул немного. Так, дальше. Сюда. Опять я балбес. Вот это я дал. Вячеслав, смотри и так не делай. Все здесь правильно, это просто я баламут. Так, едем в соседнее село, на дикотеку. К вопросу, какой шуруп я? Так. Амортизатор сначала идет. Вот так вот.
Вот так 5 часов правильно. Так, читаем. Да можно все придумать, если есть время и ресурсы. Можно без проблем. Желание, ресурсы. Но самое главное время. Так, эту часть главное не пережать, потому что может быть всякое. Имею в виду, что треснуть может вообще на раз-два. Так, отсюда. Поехали. Так, ты сюда. Ты сюда. Долго мы играемся, я просто тут не особо шарю, туплю, допускаю ошибки, потому таки долго. Но надеюсь, вы меня простите. Опять баламут, да? 100%. Сейчас опять буду откручивать, я чувствую. Да, скорее всего буду откручивать. Эх, ядрен батон. Забил, забил. Точно дело, забил. А чё он так под углом идёт, не понял. Короче. Слишком длинные вот эти задние. Да нет, перед тоже тут. Да не, все нормально. Что я выдумываю, начинаю уже. Проблема в том, что я забыл закрутить вот это дело. Это дело сюда, а это дело туда. Поскольку я уже все прикрутил. Да. Надо раскручивать. Как я и говорил. Опыта мало, и вот получается такая трахомудия. Ну, не страшно. Мы на этом учимся. Возможно, мне даже не надо все откручивать, мне этого и хватит, возможно. Скорее всего, да. Отлично. План, короче, открутить старую. Старый карданий. Кардан Иванович. Блин, а там я, скорее всего, на лактайт зафигачил. Ух. 100%. Кто его знал, что я опять его сломаю? Да, все, хана, приехали. Ух. Да. Что да, то да, короче, ребята. Тупо приехали.
тайт у нас снимается. Как надо нагревать феном, да? Так, тут открутилось, слава богу. Уже неплохо. То есть в теории вот это говнецо должно бы отсюда слезть. И видишь, у нас с двух сторон еще. Да, у нас с двух сторон. Ядрен батон. Да. Вот те да. Сюда туда. Так, как мне тебя бы взять? Прокрутить. Короче, играться тут играться. Да, опять там я локтайта капнул. Так. Что нам это дало? Почему я не могу руками прокрутить, а? Что за... Бред. Вот так вот. Раз не руками, значит, по скрупцами. Так, головняк Иванович еще тот. Так, ты снят. Ты снят, но сниматься не хочешь, зараза, да? Ладно, хрен с тобой, снимем мы тебя. Никуда ты не денешься. Главное раскрутить вот это безобразие на локтайте. Один пошел. Вот так один. Еще один есть. Да, локтайт. Фух, почитаем. Ты что-то... А, ничего никто не написал. Сколько уже стрим идет? Что за 13 минут? Не понял. А, это уже вторая часть пошла, наверное. Ладно. Короче, надо брать эти фен. Тут толку не будет. Сто процентов. Пробовать греть. Или паяльником. Паяльник под рукой есть. Значит, будем греть паяльником. Фен отставить. Фен — это шумно и тоже непонятно сколько долго. А так паяльником пригрели, прижали. Мне нравятся, конечно же, покатушки. Сборка, когда болты не это вот, а не в ее.
Не выкобеливаются болты. Крутить тоже интересно, но только в том случае, если болты офигенные. Получается ж как, ты крутишь, а потом еще, если она еще начинает ехать, это уже вдвойне кайф. Так, музла нету. Опять. Есть музло. Так, что у нас там по паяльничку? Я так понимаю, когда ты паяльником греешь сам болт. Лактайт начинает плавиться или что-то типа того. И тогда он скручивается. Так, сейчас бы еще горячим паяльником машину не задеть. Это будет печаль. Так, пробуем. Одной рукой. Не получилось. Возможно, мало нагрел. Или как это работает? Как работает нагрев болта? При нагреве лактайт просто топится и все, правильно? Или он не топится нифига? Просто я понятия не имею, что мне делать, если сейчас я сорву здесь резьбу. Надо будет именно высверливать вовнутрь. Да вроде уже нагрелся нормально паяльник. Зачем ты лактайта так много зафигачил? О, отлично. Да, работает, короче, этот способ. Хы. Лактайт, наверное, чутка притопился или что, но я выкрутил вообще без проблем. Он сейчас ручками не трогает это все дело. Это может быть больно. Фух. Отделались легким испугом. Это не может не радовать. Так, кто-то сюда поставить, пусть остывает. Фух, поехали дальше. Я уже думал, все. Приехали. Вот. Качество китайское в сторону. Фух, пробуем нормальное поставить. Так. Конечно, такие места. Интересные. Интересно, ставить на лактайт или нет? Наверное, ну нафиг. Один отвалится, может, не страшно. Так, проверим. Это беленький, это отсюда. Да, беленький отсюда. Отсюда полторашка отвертка.
и ручками аккуратненько закрутили. Вопрос, сюда она вкручивается или с другой стороны. Да, есть такое дело. Ух, красиво. Так, переворачиваем. Ставим. Так, ты с какой стороны хочешь крутиться? С этой или с этой? С этой. Еще чутка вот так вот. Это баламут. Проще саму ось прокрутить. Так, не заходим. Заходим. Да, это получится, она хочет с другой стороны. Так. Есть. На подпись шерсть. Опа. Фух, продолжаем. Мне все-таки страшно, как казалось. Но чутка сыкнул. Так, ты отсюда. Братиш. Еще идет этот. Фух. Все, аж довольный, блин. Задок установлен. Так. Так, твердка, поскорбся. Главное здесь сильно не пережать. Можно даже опустить. Все. Все, красота. Задняя ось стоит. Амортизаторы прям дерьмо. Правда, амортизаторы сейчас вот так разведены. Все хорошо. Так, по-быстрому давайте меняем передок. Так. Погнали. Накручиваем. У нас получается по-хорошему освобождается место под там нормальный кусок места. Мы считайте, забрали оттуда целый сервопривод. Можно остановить туда лебедку. Серву под лебедку. Тачка в теории заточена под болото. Будет застревать. И такой, опа, лебедочку. А, хотя фигу, у нас там идет, короче, этот. У нас там идет на бампере. Получается, лебедка должна быть. Что? Опа. Бля, боюсь, надо руками, наверное, короче, крутануть.
Если я здесь тоже локтается собачил, так это может быть проблема. Здесь надо не сорвать ни черта. Это будет просто плохо. Прям очень. Да, работает. Слава богу, пронесло. Да, Лактай тоже здесь был. На помойку, на помойку, на помойку. Так, читаю. Какой лайфхак? Что-то я упустил про лайфхак. Так, отлично. Это есть, это есть. Опять забыл, что куда и где. Ладно, не важно. Важно не забыть кардан вцепить, чтобы делать двойную работу. Так, пакетиков уже тьма. Так, что добавим тут сюда тоже солидола немного. Пускай будет. Нам не жалко. То по водичке чую, буду гонять. Вух. Так, вроде хорошо. Так, где у нас здесь резьба? Непонятно. Вроде здесь. Так, переворачиваем. Феникс. Так, мне сначала, наверное, туда утопить это все дело. Оба-на. Вылезла. Прям Брюс Уиллис. С паяльником. А, так это не лайфхак, это я слышал. Это и все YouTube. Ну и плюс при нагреве и охлаждении там металл расширяется, сужается. Это как раз вот именно, как ты говоришь, с автомеханики, типа слесарь. Там если хотят что-то куда-то засунуть, там что-то нагревает, что-то в морозилку пхают, пихают. И при таких раскладах оно получается, можно что-то всунуть. Невсуваемое, невпихуемое. Да, короче. Реально, будто бы я смену отпахал. Какую-то. Пока это все переберешь. Ать, словил. Так, твердочка. Полторушечка. Давай вкрутись и без лишних этих, без штучек этих, без мозгоё. Так, вот так, вот так хорошо. Все, переворачиваем. Опять лишняя запчасть.
Так, и ты у нас получается. Так, это сюда. Это сюда. Так. Хорошо. Теперь что? Вот так. Не, вот так. Вот так. Как, вот так. Ну что дальше? Прокрутись. Тут резьба или не тут резьба? Не понять. Надо только пробовать. Да, пошло. Пошла жара. Так. Да, соревнования есть в Украине. Вот мне приглашали буквально на днях в Харьков. В Телеграме есть, короче, ребятишки, группа. Приглашали, но участвовать я не хочу, во-первых, из-за ковида. У меня такая позиция, ну, чутка дурноватая. А плюс это вот-то. Далеко в Харьков ехать очень. Было бы где-то рядом. Плюс у меня еще тачка не собрана. Вот я сейчас только ее начал собирать. Было бы где-то, ну, не очень далеко, я бы подумал. Да елки-палки, одной рукой. Такое все дело. Ну, в целом, типа, можно поехать, конечно. Ну, не так далеко. Сейчас в Харьков тулить, это, конечно, не с Черновцов, это вообще противоположные участки. Работаю, я занимаюсь 3D графикой. Так. Так, 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 так. Вопросики. Вопросики, ответики. Это идет сюда. Это идет сюда. Сейчас нам надо достать самый длинный шурупец. Так, ты опять просишься, чтобы я закрутил сюда. Против твоей же воли. Бляха, муха, ты что, серьезно? Прокручивать надо сюда. Опа. Кто куда не попал?
Ой-ой. Я слышал треск. Это мне не нравится. Что-то треснуло. Бляха-муха. Вот и все, господа присяжные. Вот что именно треснуло. Облом. Вот, ты спрашивал, что это за металл. Сейчас попробую тебе показать. Это порошковая хрень какая-то. Хромированная. Надеюсь, оно будет держаться на двух этих. Так, это мы будем использовать как шайба. Шайбу. Печаль, короче. Я думаю, у Джоры должна быть эта запчасть. Попробую у него ее заказать. Какого хрена оно так туго туда вкручивается, я не могу понять. Точно не должно так туго туда заходить. Вот те бляха-муха и приехали, грубо говоря. Капец же, как неудобно. Да, я чутка не попал, короче, прижал и все. Аляулю. Да лажа, лажа, но, блин, я тоже виноват, чутка не туда засандалил. Надеюсь, что у него есть эти части запасные. Прикол в том, чтобы сюда попасть, тоже надо вкручивать. Я тебе говорю, эти китайцы — это писец. И вот эту тачку уже три раза, ну, три поломки у меня, блин, до того, как я еще корпус даже не поставил. То есть это все не прогинается, но сразу ломается и все. Так, возьмем шуруп, попробуем. Видишь, оно все вкручивается. То хреново вкручивается. Ай-яй. Ладно, будет так. Не буду еще с этим играться. В топку. Потом закажу. Перекручу. Я приплыл. Не знаю как. Я же точно не попаду. Сейчас сломаю эту крайнюю, будет весело. Да не, бред, не попаду. Ох, как быть, как быть.
Попал. Так теперь из-за этого, короче, мне будет вот так вот передняя ось ходить. Жопа. Да, еще здесь ключик не стал здесь. Все, опять страшно крутить. Короче, надеюсь, норм. Жалко, конечно, но что поделать. Да, мне здесь еще нарисовывается один вопрос. Да, нарисовывается еще один вопрос. То серво у нас будет биться. Здесь надо будет эту батарейку, площадку с батарейки убирать. Вот еще один прикол нарисовался. Эх, что поделать. Сейчас соберу, будет вам видно. Как бы это все не смертельно, но неприятно. Так. Бляха-муха. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Амортизатор. Шрупик. Ух, чё-то, честно говоря, уже подзапарился. Но такое собрать надо. Главное, чтобы у Инжора было то запчасти. Может, не смертельно, слишком оно будет. Будем видеть.
Ну. Так, смотрим, в чем лажа. Ёпа. Смотри, уже все падать. Вот, мы поставили серву сюда. У нас амортизатор ходов передней подвески вообще нету. Ну, плюс, как я говорил. Скорее всего, из-за этого, что сломано, вот такой у нас люфт получается. Так, теперь нам в идеале откручиваем батарею. Тогда у нас появится место для... для этого батарею придется какое-то другое место или передвинуть, или что думать, меньше ставить по объему. Не хотелось бы, конечно, но что поделаешь. Я не подумал про это раньше. Возможно, ее надо как-то укоротить. Но я вам скажу, ребята, еще так. То, что я это открутил, особо погода не сыграет. Да, вот мы и приехали. Вот мы, слышишь, и приехали. Сниму эти планки, допустим. Тогда это все заработает. Но опять же, батарейку куда ставить? Весело, короче. Вот такие пироги. Блин, не пойму, как китайцы так ездили. У них точно было так. Прям 100%. Ну, вариант номер два. Открутить отсюда серву, поставить на стандартное место. И все. И по старинке катать. А что иначе? Не получится у нас по блатному, конечно. Да, это опять еще один стрим. Да, я знаю про этот магазин, тоже там, ну как бы, ты понимаешь, в чем дело? Весь Китай такой.
Тут не, ну, не инжора, не инжора. Они отличаются только наличием как бы ассортимента. Один заточен под тот, другой под то, но китайская фигня это все такое. Так. Все вроде бы красиво смотрится, да? Но не работает. Потому что серво не помещается. А даже если я откручу вот эти штуки, батарейку не будет куда поставить. А если мы захотим по стандарту, нам придется вот это менять, тягу эту рулевую. Но по идее это не проблема сейчас поменять. Прямо так взять и выкрутить. Просто еще заморачиваться с батарейкой меньше, это такое себе дело. Ставим на место, на стандартное серву. Меняем планку, она у меня есть, рулевую тягу. Все, а что иначе? А что, слушай, иначе? Так, в другую сторону. Не понял. Здесь надо тоже открутить, получается. Хорошо так затянул. Так. Вытащили. Вставили. Закрутили. Проверили. Так оно должно быть? Или не так? Ладно, так, сейчас закрутим, то будет проверять. Благо не руками крутим. Мне кажется, уже батарейка садится. Кто уже упрямо крутит. Поставим на 2, чтобы если что. Так, смотрим. Прикол, эта штука не покручивается, интересно. Нет, она литая специально вот так вот. Вот зараза. Обида. А такой именно короткой мне навряд ли есть она. Точно не прокручивается. Точно. Она прокручивается, или мне кажется? Кажется. Когда кажется. Да. Называется «Приехали». Ехали, ехали, приехали. Так, какой длины она? 6. У меня это было на 9 или на 8. Да батарею можно, в принципе, назад.
Тогда будет жопа тяжелее. Что ты говоришь, батарею назад ставить, да? Батарею назад. Тут прям чуть под нее место не сделали. Что-то мешает. Ну, понять что. В целом, теоретически прицепить можно. В теории. Что видно, что я делаю? Батарея сзади, блин, такое все дело, конечно. Что проще? Вот эту штуку поменять. Рулевую тягу, эту линку. Или батарею назад перекидывать. Как бы непонятно, непонятно. Вопросы. Так. Ну, в теории батарею сюда могу поставить, но главное, чтобы там корпуса, в принципе, тут ничего не должно мешать. Интересно. Ладно, давай попробуем назад. Это открутим. Поставим сюда, как было все. А батарею временно назад. Пока я не придумаю ничего другого лучше. Что делать иначе? Так, серву назад. На место. Только это придется откручивать. Нет, опять проблема. Если я выкручу вот эти штуки, у меня не будет к чему амортизатор прикрутить. Разве что на гаечку. Сейчас я посмотрю, что у меня там затяга есть, какая она идет. Какая ее длина. Какая ее длина. Вот тяга. Отсюда открутить и все. Вариант. Вариант. Давай открутим, там будем смотреть. Да, отлично, все подходит. Все просто супер. Итак, мы батарейку назад ставим. Эту фигню по имени
сервопривод. Вот так вот. Это откручиваем. Сейчас все будет. Сейчас все будет в шоколаде. Где-то вот слепой, куда я же засунул, вот он. И хорошо, сюда, сюда, сюда. Да. Япона. Короче, шасси стала такая тяжелая из-за этих металлических. Это елки-палки. Из-за этих металлических осей капец. Прям реально тяжелая. Снег. Блин, у меня тут еще один шуруп какой-то внутри, ну ладно. Блин, я смазнул, короче. Не туда. Да. Пона мать. Ух, люблю китайцев. Так, теперь смотрим, как оно будет, если мы вот так сделаем, все будет четко. Только теперь вопрос, это надо открутить. Открутить и перекрутить. Такс. Да, единственная вот проблемка, что здесь вот отломалось. Эх. Китай, Китай.
что пока я буду это все крутить, сейчас батарейка скажет мне goodbye. Что поделать? Такое оно наше счастье. Счастье. Так, инструмент. Вроде херня, кажется. Так, output. Штучка-дрючка. Насколько она меня уже сегодня раз спасла. Так, смотрим еще раз. Мне надо подальше, значит, вот так вот и вот так вот. Так, прикинем сначала. Так нам хорошо? Или не очень хорошо? Не очень хорошо. А так нам хорошо? Так нам хорошо. Прям не супер хорошо, но неплохо, скажем так. Ладно, пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем. Только вперед. Ни шагу назад. Так, в идеале перевернуть это все дело. Сейчас будет бабах большой. Так, главное не забудь дотянуть. Так, а что я туда вкручивал, что подлиннее было? 100%. Куда это подел? Так, это от сервы у нас. От батарейки, куда я подел? Батарейки туда поставил. Я вижу. Слишком здоровый. Так, посеял я, короче. Нет, вот он есть. Дорогой. Заныкался. Так, сейчас мы его туда вставляем. Так.
Нормально. Едем дальше. Да, конечно. Ну не страшно, и так там нормальные были углы. Фух, что у нас там? О, сколько времени уже стрим идет? Можешь поставить, Вячеслав? С 10 уже сколько? Уже час. Нормально так. А толку не особо много. Так, где наша батарейка? Да, конечно. Такой себе выворот получается. Как мне это исправить? Как мне это исправить? Повернуть ровнее. Слишком длинная тяга у меня получается. Так, хорошо. Точно не крутится никак, точно. Цельная литая фигнюшенька. Фигнюшенька. Да. Эх, печаль. 3 часа 20 минут. Красиво, красиво. И до сих пор не могу сделать. Так, это отключим. Блин, ну не думал я, что... Все так получится туго. Тупо туго. Так, вопрос, а я этот линк не могу подрезать? Мне его типа не жалко. Если чё. Надо посмотреть. Не люблю я, конечно, колхоз, но, блин, приходится. Тем более, это не первый мой проект. Когда у меня был первый проект, я думал, типа, все.
Как быть? Потом посмотрел на ютубе, у чувака вот такая херня была, гравер. Да он что-то там пересобирал. Взял гравер. Вжинь, 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 порезал. Все, чик-пых, собрал, погнал. Думаю, блин, я так трясусь над всем. Смотри, конечно, ось как шатается. Сзади как? Сзади тоже шатается, в принципе. Но спереди слишком сильно. Из-за того, что тут сильный люфт. Вот если я пальцами разожму, люфта нету. Короче, надо ту качельку заказывать. Эх, печаль. Печаль, боль. Так. Боль, печаль. Как же мне взять? Измерить, как мне надо отрезать. Отрезать надо прилично. Блин, интересно, в час ночи красиво будет резать или лучше уже до завтра подождать? Эх, что скажешь, Вячеслав, в пол второго ночи резать или подождем до завтра? Честно говоря, я уже подзапарился. Не сообразила сразу, что серво будет мешать ходам подвески. Ну вот здесь я вот так вот взял эту тягу, срежу буквально, не знаю, миллиметра 3-4. И будет норм. Но в целом выглядит нормально. Уже, блин, короче, тут металл, добротный металл. Ну вот единственное, что мне там тресло, короче. Я попробую Инжори написать, что он скажет. Вот центральная часть мне тресла. Кстати, дорогие шурупы, надо их отсюда выкрутить. Ладно, ребята. Спасибо, кто смотрел. Так, тебе отдых нужен. Лучше подумаешь на досуге. Да, наверное, да. Добьем это завтра. Все равно еще работа, не початый край, грубо говоря. Оно так кажется, что сел, бах-бах и сделал. Но по факту получается, что нет. Ладно, не так уж много осталось. Подумаю. Хотя здесь все мелочи. Единственное обидно, что сломалось вот на оси то крепление. С таким люфтом так себе ездить. Ну, я думаю, что первое время придется, но ладно. Или как вариант туда шайбу присобачить. Просто по центру шайбу дать. Распорочку. Или две шайбы такой толщины. Кстати, что-то нашел. А это от Axial у меня. Но это толще. Можно, кстати, разрезать на два. Ладно. Будем колхозить тогда. Жаль, эта штука не гнется. Вынул бы и все. Делов. Лады. Всем спасибо, кто смотрел. Спасибо тебе, Вячеслав. Ты, блин, прям все 3,5 часа со мной был. Мне так хоть скучно было.
Спасибо всем, кто смотрел и молчал. Тоже приятно. Все, доброй ночи. На добранич. Всем пока. Здоровья, удачи, крепких болтов вам. Все, пока.